Отныне получить гражданство Молдовы станет сложнее. Так, рассматривая документы от заявителей на молдавский паспорт, будут в течение полугода, а не 20 дней, как сейчас. Также 6 месяцев было предоставлено для восстановления гражданства. Процедура, которая до вчерашнего дня решалась в течение 24 часов. Новые правила вступили в силу сегодня после их публикации в официальном мониторе. Изменения происходят в контексте того, что за последние 2 года значительно увеличилось количество запросов, а также случаев мошенничества. Если у нас в первый предвоенный период было в совокупности около 11-12 тысяч запросов, то на конец 2023 года в совокупности за эти 2 года почти 20 тысяч запросов, 19 тысяч или около того. Действительно, подавляющее большинство — это выходцы из Российской Федерации, 20% из Украины. Если в период с 2020 по 2021 годы мы выявили до 7-8 случаев мошеннических попыток получения гражданства, то сейчас уже 30 случаев. Ранее, в прошлом декабре, президент Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства, в том числе для граждан Молдовы. Теперь им больше не придется доказывать знание истории и основ российского права, а также то, что они прожили в России 5 лет, прежде чем подать заявление на получение гражданства. По словам премьер-министра Дарина Ричана, сейчас в России проживают от 150 до 200 тысяч наших сограждан.